Привет, ребят, я Ваня, и сегодня я хочу нарисовать елку Билайн. Каждый день я рисую елки на Новый год, но мне кажется, что эта елка будет смешная. У меня есть желтый цвет, у меня есть зеленый цвет и черный. Это будет здорово. Рисуйте со мной. Для этого нам понадобится только кисточка, гуашь, яркая краска, очень яркая. И нарисуем елку. Я рисую елку, которая будет по моим планом будет похоже на елку Билайн. Это такие черные желтые полосочки. Я рисую один желтый цвет, ярус елки. Теперь второй ярус елки. Вот так вот. Один треугольничек, второй треугольничек такой закругленный. И третий треугольничек вот сюда идет. О, отлично! Теперь красим. Закрашиваем все ровненько, ровненько, ну или как я, немножечко криво, криво. Это не столь важно, потому что мы получаем удовольствие от того, что мы рисуем. И так как у нас получится, это будет наш рисунок, и исключительно наш. И твоя елка будет не похожа на мою. Что? Хорошо. Я закрашиваю ее всю желтым цветом. И она такая немножечко грязноватая, потому что я уже рисовал множество рисунков этой краской, этой кисточкой. Но вот так вот я закрасил все желтым цветом. И получилась желтая такая елочка. И она уже красивая, уже хорошая. Уже мне она нравится. А теперь я возьму черный цвет. И тут надо быть осторожным. Смываем желтый. Хорошо. Смываем, смываем, смываем и вытираем сразу его, нашу кисточку, аккуратненько тряпочкой. А теперь рисуем черным цветом несколько полосочек. Намешаем его, чтобы он был такой сочный, яркий, хороший черный цвет. И начнем вот так вот. И раз. Верхушку я покрашу черным. Я первый раз так рисую. Я еще не знаю, что у меня получится, красиво или нет. Но мне хочется это нарисовать. И я рисую. Потом я даю желтому цвету появиться и опять сверху закрашиваю все это черным. Вот так еще раз черным цветом, страшным цветом, который боятся твои родители. Но я думаю, что он красивый и в сочетании с желтым он даже совсем не страшный, а даже очень веселый. Теперь я делаю еще по паузу в черном и здесь рисую черную полосочку. Получается три черных полосочки и три, раз, два, три желтых полосочки. Вот так вот у меня получается. Опа, опа и опа. Эх, как просто, ты скажешь. Да, просто. А здесь я пририсую такую ножку моей елочки. Ножечку. Опа. Вот так мы нарисовали елку Билайн. Мне нравится, это была простая задача, простая идея. Мне нравится, когда в Новый год ты что-то можешь придумать, за минуту нарисовать, и очень это весело будет и просто. И тебе не надо стараться заканчивать школу, ходить в художку, а просто сказать, я хочу нарисовать Билайн. Мне нравится Билайн, нарисовать такую желтую елку, покрасить в черные полоски. Здорово. Рисуй, радуйся с Новым годом. Рисую разные елки. И желтые, и зеленые. Я рисую много елок. И тебе желаю хороших рисунков в будущем году. С Новым годом!